Доброго времени суток, дорогие друзья! На связи Айзулин Ильгиз и его канал Лестница Плюс. Как я и обещал в предыдущем видео, я обещал вам показать лестницу того человека, который делал себе лестницу в гараже. Вот. Также, конечно, этот будет обзор по фотографиям. Вот это его начальная такая лестница, вид сверху сделал. Как я говорил в том видео, он занимается сваркой. И вот видите, у него ограждения такие своеобразные, со своими какими-то узорами. Сейчас, если дальше посмотрим, там еще красиво. Вот у него уже на втором этаже ограждение. Здесь вот видите, все оформлено цветами, там как-то все. Здесь вот видать отсюда вот проход вниз. Вот закреплены ограждения вот таким образом. Видите, вот это ажурный такой, все это ажурное ограждение придает какой-то шарм дому. И несмотря на свою легкость, они, видимо, прочные. Ты с них не упадешь, короче, не сломаешь эти ограждения. Вот вид сверху. Такой вот вид. Изогнута такая лестница. Кстати, забыл сказать, это лестница из бетона, поэтому вот она вот такая изогнутая. Вот здесь даже кошка пристроилась. Сейчас в следующем фотографии там будет видно. Ну вот здесь сначала лестница уже, если говорю, уже пригласительная. Такая ступенька, и вот таким образом чуть-чуть как бы забежные идут наверх. Вот ограждение как бы и наверху, так продолжаются орнаменты, ну, такого же плана как бы. Дерево, ступенька темная, а сама конструкция белая, и вот такой контраст отлично дает вид такой. Вот здесь уже тоже вид сверху, здесь уже поподробнее вот. Видно ограждения какие, ступеньки, как и тут все нормально. Вот здесь последняя фотография. Как я говорил, она сделана из бетона основа. Здесь, видимо, она еще была не покрашена. Светлые ступеньки. Вот. Такие лестницы, такую красоту делают у нас люди. Так что, кому понравилась эта работа, эта лестница, это видео, ставим лайки, оставляем комментарии под этим видео, смотрим другие видео, ссылки будут в описании, подписываемся на группы ВКонтакте, в Одноклассниках, все будут ссылки в описании видео. Ну, конечно, подписываемся на мой канал. Всего-всего вам хорошего. До свидания. Пока.